Всем привет! Хочу сделать свой прогноз на матч Лиги Наций, матч за третье место, который состоится сегодня. Матч между сборными Англии и Швейцарии. Ну, что можно сказать вообще о командах? Швейцария проиграла в полуфинале Португалии 3-1, там счет не по игре. Швейцария забила с левого пенальти, которого близко даже не было. Но в целом она оставила очень хорошее впечатление, там скорее ничейный счет, чем вот этот 3-1, который они проиграли. Англия же, в принципе, должна была выходить в финал, но если бы не их два защитника, которые сами привезли голы, два гола в дополнительное время, ну, это кошмар. Вот, в общем, две, в принципе, такие довольно-таки бесшабашные команды. Вот. Что я хочу на этот матч поставить? Ну, первая ставка 10% банка, это то, что удар Расфор будет больше 9. То есть я абсолютно уверен в этом. 9 там точно будет. Атакующие команды, матч за третье место, будут атаковать. Никакой там Драчилова не будет. Это первая ставка. Вторая ставка 5% от банка. Это то, что будет тотал больше 3. То есть с коэффициентом 2,15. Я считаю, где-то, ну, может, даже и 5 мячей забьют. Довольно атакующая будет игра. Поэтому вот такие мои ставки. Первая ставка это то, что будет ударов сфор больше 9. Сюда ставлю 10% банка. А вторая ставка это то, что тотал матча будет больше 3 с коэффициентом 2,15. Сюда ставлю 5% банка. Ждем матч, скоро начнется. Всем пока.